С нами подрастающее поколение киберспортсменов. Брат Рашада Тагиева, он же Рашика. Эльнур Тагиев, он же Кенни. Эльнур, здорово. Привет, привет. Скажи, как ты выступал на этом чемпионате, с кем пришлось побороться? Расскажу, что состав у нас экспериментальный. В итоге у нас не поехало 4 человека из Днепра, и мы собрали микс. 3 киевских взяли себе. Ну, взяли, потому что они реально старички, как бы с олдскулом играть легче нам, потому что, ну, более-менее все понимают, короче. Лучше, чем с молодыми инетчиками играть. В общем, что, с группы вышли нормально вообще, без проблем. Ну, там последнюю игру проиграли, но как бы она не сильно решала. И как-то карта эта снова нюк вышла, которая у нас вообще, ну, всю жизнь... Не идет. Вообще не идет. А четвертьфинал с GE, ну, игра была такая нормальная, но не сказал бы, что сильный соперник, как бы, ну, у них просто были все, ну, все игроки, один Кучер у них был только нормальный, ну, из таких... Хорошо выделялся, как бы, из команды. Да, он как раз один и набил 30-ку, остальные так себе туда-сюда играли, но, как бы, у нас все 5, как бы, нормально шарящих, и поэтому, ну, решает это. Как ты расценишь свои шансы, попадете в топ-2? В топ-2... Ну, чтобы выиграть квоту, нам надо выиграть Кирчнет. А их, я думаю, реально выиграть. Мне нравится очень состав, все понимают. Да, реально, если попрет, можно их выиграть. И как бы у полуфинала у нас Маврик. Но их тоже надо выиграть. Они нормальная команда, с Пингом еще сыграли в группе 16-14. Как ты думаешь, вот если вы попадете в топ-2, вы будете этим составом тренироваться, Касусу? Да нет, это просто микс. Да я и сам в КС уже не играю, я же забил. Просто... Мы собрались на Asus, выиграли квоту, и весь наш состав днепровский даже не поехал. Ну, просто микс, это же не состав. Я понял, спасибо, удачи на чемпионате.